Так, ребятки, всем привет. Скоро мы начнем. Но не с Джимми Рейнером употреблять вискарек на Гиперионе, а, конечно же, за Протасов продолжать вчерашнюю, в общем-то, кампанию там, где я остановился. Вот такие вот дела. Ну и сегодня достаточно, ну как, насыщенно, я бы не сказал, что прям там невероятно много всего разного, но есть что посмотреть. Компания плюс, конечно же, матч Хэппи в одной, второй полуфинал перенесем на завтра, там Култи поехал документы делать, мы не стали, как. Вот, слишком жестко напрягать, чтобы. Ну, будешь все-таки уважительная причина. Так что сейчас, пожалуй, я начну. Так, надеюсь, вам видно все, да? Да, вроде все видно. 13:00. Собственно, анонс должен в силу был вступить. Сейчас должен он вступить. Ладно, минуточку еще подождем и уже стартанем. Здорово, Илюх. Так, она из К2Ти, плюс 66 рублей. Как будто сайт мне дал сам, плюс 66. Ну что же, бывает, что я могу сказать. Кстати, чай же я заварил. Как раз сейчас налью и стартану тогда. Сегодня прокосячил я с утра, пошел в поликлинику, хотя знал, точнее не тоже знал, слышал, что кабинет с процедурами закрыт будет в четверг, но что-то с просонья забыл, а то пошел, развернулся назад, ушел, ну хоть прогулялся. Поехали, вот такое вот начало было. Грудвар мы уже проходим. Это Протас. Повстанец. Седьмая миссия, оказывается, уже нифига. Вчера много прошел. За 3 часа придется тогда еще не только Протасов проходить. Придется еще тиранов, так как до 16:00 нам надо. Поздравляю, экзекутор. Твой успех позволяет нам надеяться на победу. Однако среди нас оказался предатель. В твое отсутствие джудикатор Алдарис и целый легион выживших кавайцев начали восстание против нас. Видит Бог, это действительно плохие новости. Почему Алдарис это сделал? Он и его люди считают, что мы не должны были покидать Аиур. Их предубеждения привели к тому, что Высокий Совет против нас. Теперь Алдарис и его приспешники собираются напасть на нашу цитадель. Я не могу поверить в это. Да еще эти зерги. Матриарх, ты уверена в этом? Совершенно уверена, юный храмовник. Палач, я как матриарх темных храмовников и хранитель этого мира, повелеваю тебе уничтожить предателя Алдариса и немедленно подавить мятеж. Нам хватает проблем с зергами. Здесь что-то не так. Матриарх всегда была очень мудра и нежна душой.
Все может быть. А сейчас мы должны убить друг друга. Надеюсь, Адун простит нас. Друг друга, друга, ё-моё. Чё-то, а я помню, там матриарх, короче, она что-то там, это, не того у неё колпак. Или её её Керриган подчинила. Возможно, он пошлет против нас и архонов. Нет, друзья, архоны за нас. Если возникнут какие-то сложности, архоны выступят на стороне темных рабов. И только они смогут нам помочь убить войска Алтариса. Вот они, красные шарцы. Базец, да, да. Хотя пока не надо, ладно, сначала Нексус заказать, потом энергию. Так, одного перехватил. Походу надо всех сливать просто сейчас. Так, поля лучше сделать первыми, тут архонов очень много у меня. То, что у архона щиты пропадают, это он силу теряет, когда переманивает юнита. Вот, когда архон переманивает, он все свои щиты теряет, как бы это так и должно быть. Совершенствование завершено. Опасно, тут база, конечно, стоит. Красный архон — это кастер, у него нету атаки, у него есть переманивать, майлшторм на 8 секунд и фидбэк, который всештормовичков. Оп, драгунцов побольше у меня стало.
тут среди нас. Уставших отведем. Архончиков. Пора гейтосов добавить мне маленько. Адун среди нас. Так, то есть у меня архонов-то белых нету, они все за них воюют, получается. Подустали, берем новеньких. Вот такие вот это юниты просто. Вижу, кто-то и сюда идет уже. А кто сюда идет, я не знаю, надо поэтому. Скоро в атаку пойдем. Ясно, понятно. Застрял, гаденыш. Совершенствование. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Аля, надо заказать. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Я вернулся. Я вернулся. Я вернулся. Так,
Надо робо построить. Можно любые расы переманивать, и это было и в мультиплеере. И можно даже нейтральных существ переманивать, я уже об этом говорил. С помощью них разведывать. Я сейчас найду на карте кого-нибудь, переманю тогда. Но их автоматически, ну, начинает атаковать оппонент, как бы. Охренеть, сколько у вас тут застряло там. Давайте гейт разбивайте, что ли, я не знаю. Не, на этой карте, походу, нету никаких нейтральных. Совершенствование завершено. Птичка на базе. Чё-то не вижу я никаких птичек у меня на базе. Не брать было с собой. Ой, пустой шаттл. Не думал, что я так легко разберусь с тобой, палач. А ты только разрушил платформу. Так. Шаттл с реверсами летает. Иллюзии, походу, сейчас или нет? Нет, смотрите-ка, не иллюзия. На самом деле здесь все получается, убивать-то не особо надо, так как... Так,
тут надо летать, получается, да? А нахрена я шаттл? А, не, вот слишком можно пройти, все правильно. Что я предатель, палач, но предатель ты и матриарх, из-за которой наша раса предана забвению. Сейчас попробую к другому тоже так пролететь. Что-то не пролететь. Вот возьмем. Ой-ой-ой. Так, сверху, я думаю, можно прорваться будет через фотонки. Хотя там три штуки, блин, он 10, я может, все-таки. Наши войска атакуют. Короче, проще уже быстрее просто прийти и убить. Одновременно прорвавшись туда. Наши войска атакованы. Ну что ты, ё-моё, бычок. 202 лимита. Мы не видим его сейчас. Харе!
кончено, Джудикатор. Сдавайся со своими оставшимися войсками и присоединяйся к нам в борьбе с зергами. Я лучше умру, Трубный, чем брошу тень на Аюр, присоединяясь к вам. Те из вас, кто еще помнит Аюр, никогда не будут иметь дел с этой Керриган и ее гнусными выводками. Алдарис, будь справедлив. Керриган изменилась, не заставляя нас убивать тебя. Нельзя быть настолько наивным. Пока вы искали кристаллы, я узнал, что матриарх кое-что скрывала. Керриган, что ты сделала? Я только разобралась с вашим беспорядком, Ронас. Ужасное создание. Это тело Протоса. Ты не имела права вмешиваться. Убирайся из этого мира. Ты здесь больше не нужна. Отлично. Я сделала то, что должна была. Я обеспечила разрушение отступника. Использовал для этого вас. Веселитесь, могущественный Протос. Мы скоро увидимся. Очень скоро. Короче, матриарх что-то там спутала берега, так как Керриган там поработала. Дальше наша акуля собьемся. Это все было подстроено Керриган, и мы все плясали под ее дудку. Да, Тарис, тем не менее, у нас уже есть задача. Использование нервных храма против отступников зерна может быть и послужит целям Керриган, но это наша единственная возможность выжить. Мы выживем, мои воины. Слишком долго мы уже ничего не делаем. И все больше и больше отдаляем от себя победу. Пришло время показать всю нашу силу. Никогда больше Шагурас не будет осквернен грязными пришельцами. Церкви будут повержены. Матриарх, я служил тебе многие тысячелетия. Я всегда уважал твою мудрость и силу. Но в последнее время я ощутил какую-то перемену в вас. Хитрый Эдзератул удочки закидывает. Предательство все еще остается предательством. Успокойся, Зератул. Я все еще Тара Шагал, которую ты знал. Последние события несколько утомили меня, но не волнуйся. Мой дух воина все так же силен, и я уверена в нашей победе. Конечно. Наступило время действий. Кристаллы должны быть доставлены в храм, пока зерги готовят свои войска. Я позабочусь. Здорово всем. А Зератул о Калисе. Экзекутор, ты должен обеспечить охрану Артанису и Зератулу по дороге в храм. Видит Бог, мы получим эту энергию и очистим этот мир от зергов. Идите теперь, дети мои, и помните, что судьба нашей расы зависит от вас. Привет, Мишня, перевод тоже. Пошлют все свои легионы, чтобы убить вас. Вы должны быть готовы защищать храм от воев. Это, по-моему, последняя миссия. Брудвари не по 10, а по 8 вроде как. Артанис крутейший скаут. А, у меня две базы-то. Что-то я туканю.
Секретная миссия, помню, только я не помню, где там она есть. Наверное, это не переведено, мне кажется, он что-то... А, я же речь отключил вообще юнитов. Потому что у меня большой АПМ и... Еще есть ли тут где базы какие? Привет, Арчер. Вот это я смотрю, имбовый парень. Где база-то, ё-моё? Неужели нету базы? А, во, базка, смотри. Повел надо. Который по земле можно пройти. Куртонис, мой братишка, только не погибный. Фу, хорошо бронированный сейчас. На скорже еще не сманил. Если бы скажи, я бы сейчас сманил, это было бы провалом. Построить больше пилотов. Недостаточно газа в местном. Смотрите, как Артанис смутку ломает. Короче, там не очень база. Блин, но то, что явно этого мало, как бы, газа. Этот момент очевидный абсолютно, да? Нет,
Недостаточно газа в Вестерн. Недостаточно газа в Вестерн. Недостаточно газа в Вестерн. Отправим. Зератук вообще охраняет, стоит. Федеральная служба охраны.
как долго это дерьмо спадает? Еще дольше, чем во втором StarCraft. Хотя не настолько даже заразно, как там. Майнинг газа сейчас. Здесь еще халявная баска. Конец. Да, корсаров добавить идея хорошая, но сначала нужно подотстроиться маленечко все-таки. Тут уже база скончается. Тут, кстати, можно и с землей было воевать, в принципе. Видите, тут проходы вроде как есть, хотя нет, ни хрена тут нету. Они есть даже до центра, прямо к храму. А, его надо охранять будет, точно. Все, понял, надо. Ну, сейчас я подотстроюсь.
База, кстати, есть прям в центре. Так, здесь нужно бы какую-нибудь оборону построить. Только я сказал, и гидра чертова прилетела. Сейчас достаточно газа станет. Thank you.
Так, скаутер пока. Авианосец прибыл. Мазан пол. Точнее, мы поняли, Артаниса, конечно же, никакого не Феникса. Дезератул, черт побери. Самое вот. Время умереть. Самое время будет разнообразной. Так, а где Зератул-то опять? Юрай готов. Использовать энергетический канал храма. Вы должны удерживать зергов на расстоянии от храма. Не ссы, удержим. Да прибудет с тобой. Тут чуму, мне кажется, будет на карьеров кидать. Когда тебе нужно держать позицию, вот сейчас можно будет пару-тройку батареек отстроить, как бы они. Во,
Вот, беспилотники. Против них скауты уже неплохо работают. А корсаров они просто из строя выводят. Сиреневая кислотная спора, то есть вот сейчас вот можно посмотреть, уровень 3 кислотных спор, то есть каждый юнит на 3 дэмэджа больше наносит. Это невыгодно тем, кто медленно стреляет и много дэмэджа наносит, но невероятно выгодно муталискам, гидре. Вот 2 на 2 в первом Старкрафте была имбовая связка, корсары вот эти плюс девореры, они любых карьеров просто вот настолько в секунду сносили, это дичь была, или валькирии плюс они. Так, надо корсаром для контроля сделать, просто сейчас поляете. Как будто так и надо. Адреналинчиком грызу. Бегает постоянно. Thank you.
Баску мне тут выносит пока. Лучше арбитров, кстати, не посылать через атаку, их лучше. Баской. В принципе, тут можно всех жертв победить, как что они не упали лишний раз. Пошла последняя волна какая-то. Полетели. Победа. Ну что? Thank you.
как обычно, все у Кроксов. Все плохо, но как будто куда-то сюда вставили, что-то кристалл проливали, что-то бомбануло. Походу не только даже на планету, а там и рядом с ней все снесло. Короче, окликом просто. Даже не то, что окликом, а просто... Карьеров построил, скилл показал. Стряг, говорит, кожа до кости, Артанис. Ну так сам понимаешь, разжигал-то матриарх с Керриган затусила. Все по тусовкам, по дискотекам бледует. Не кормят внучка, вот. У него пригорело, решил как бы зергов наказать. Вот, я извиняюсь. Ну что, пора продолжать. А вот земной протекторат. За тиранов начинаем. Короче, здесь надо Менгска свергнуть, но... Короче, нужно Доминион подчинить, ну хрен там. Защитники объединенного земля. Менска не сместили ни хрена. Это говорит адмирал Дюголь. Вы все знаете, что мы пришли сюда, чтобы завоевать этот район для человечества. Вы не должны забывать, что... свою работу как положено, то наша миссия может провалиться. А в этом случае никто из нас не вернется домой. Мы выстоим или умрем. Служите управлению, служите человечеству. Все остальное. Ну потом-то Менс вернется, просто... Не вот... Ну-ка. Доброе утро, капитан. Я вице-адмирал Стуков, тактический советник адмирала Дюголя. Я вижу, вы уже рассмотрели его призыв. Я уверен, что вы не нашли там ничего нового. Когда вы познакомитесь с адмиралом, я уверен, вы поймете, что он знает, что говорит. Во всяком
всяком случае, капитан, у меня есть распоряжение относительно вас. Раз мы решили начать вторжение в Доминион, вы должны получить информацию об их вооружении. Вы должны напасть на отдаленную планету Браксис и занять ее столицу Варалис. Вы должны подготовить... Понимаете, Браксис. ...за два стандартных часа. Адмирал ожидает превосходных результатов. Браксис же мы за протусов только что бились за Браксис, не понял. То есть мы за земную... это Касс Рейнером, походу, мы еще там за Браксис бились. Что-то я ни хрена не понял. Короче, мне просто интересно, в Лотве будет ли как-нибудь, ну, то есть, земной вот этот вот протекторат упоминаться вообще? Потому что, ну, как бы, понятно все, там это сектор Капрулу, там и все дела, Менска сместили, а как там на Земле-то вообще дела-то, мне вот интересно. Нет, мы бились за Браксис. До Шакураса тоже. Ну, Стуков-то там был. Вопрос в том, что кто там, что они придумают. Мне вот просто интересно. Вообще, как бы, ну вот, о земле во всех компаниях мало речи шло, как бы только вот это все. Ну да, я помню, да, кристалл забрали, свалили, и все, ништячок стало там. Спасите нерпу нам или мне тут... Спасем. Поехали, ладно. Что-то я заговорился. Уже через 2 часа хэппич играет. Даже меньше гораздо. Ох, тиранчики. Любил я за тиранов даже. Рандомом покатать. Здесь газа нет. Там дальше живут, как бы, база еще одна. Вот здесь вот этот гост будет, который народом сейчас станет. В итоге. Секретную миссию за зэгов. Ну, вы мне скажете, где она там будет, как бы. Я не забуду тогда про нее, естественно. Дюран, да. Сейчас мы пойдем. Блин, а Брудвар-то круто выглядит, очень крутой он. Я вам скажу. До сих пор вот я как подобвык сейчас, и мне кажется, что, блин, да от второго Старкрафта особо-то ничем и не отличается. Но на самом-то деле, конечно же, отличается. Поехали газ добывать. Так, все развалим сначала. Сейчас чуть дальше пройдем, там они живут, вот здесь вот уже пару сантиметров осталось. Или я за спину уже захожу. А не, все правильно, захожу.
Дюран. Капитан, я лейтенант Самир Дюран из Федеральных сил сопротивления. Я наблюдал за вашей атакой на Миллион. И рад предложить свою помощь и знания в борьбе. Интригующе. Лейтенант, вы ведь абсолютно не знаете, кто мы такие и что собираемся здесь делать. Почему же вы хотите нам помогать? Потому что мои люди и я дали клятву сражаться против Миллиона и его императора. Когда я увидел ваши войска, приближающиеся к Миллиону, я сразу решил присоединиться к вам. Я вижу. Итак, какую конкретную помощь вы можете предложить, лейтенант? У меня есть информация об этом районе. Я могу показать вам пластиковую базу Доминиона. Очень хорошо, лейтенант. Считайте себя и своих людей первыми колониальными призывниками Объединенного Земного Управления. Капитан, вы будете сотрудничать с лейтенантом. Посмотрим, понадобится ли он нам. Короче, зергом тебя завербуют, стуков. Что-то мешает, я кого-нибудь признаю. Дюран этот, блин. Дюран. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Работа выполнена. Красивик. Работа выполнена. Так, здесь минералы, вот я помню, что здесь минералы были. Дополнительно можно добывать. Исследование завершено. Мастер жги пакетик Юфи достал, ну да, по времени, примерно в одно время это все было дело. Так, что-то у меня с минералами переборщик какой-то, я не помню. Здесь газа-то нету нигде, или где-то здесь он был. Хотя нет. Аля, мой газ-то... А, нет, здесь ни хрена нету. Так, тылу не будем оставлять сейчас. Следующая остановка.
не летали, туретов парочку можно. Короче, здесь два варианта, то есть либо ты заходишь в лоб пробиваешь, либо обходишь вот так вот, как бы, и вот здесь цешку задачу убить, то есть, а сзади ее халявно можно убить, в принципе. Завяз, танки жечь мои. Было. Так, а чё не понял, не озвучивается. Мне. Пользователь ГГ, Никер активировал премиум на ваш канал. А вот, ГГ Майкер, Мишаня. Или как у нас фейковый ГГ-майкер. Так, здесь у нас первоучинивый. Что, убить медведя, может? Или на мыло приходит спасите нерв. Не будем медведя, пожалуй, убивать. Стандарт. Где КСМ это? Турецкие прям здесь строят, чтобы... Отлично, огневик подошел. Для этого туретки нужны. Ну или голявщики, чтобы снимать что-то близко подходящее. Все-таки не выдержал я. Пришлось у Сазоном экрануть. Ну это не помню, только с одного газа лезет это все здесь происходило. База есть, я вот что-то вот этого момента не очень помню. Ж минерал, по минералам, конечно, перебор. Все, гляпа вполне достаточно такого количества.
первом StarCraft еще важен был вот контроль, по крайней мере, в матчах, когда ТВТ игралось крутое на высшем уровне, это было такое напряжение, и там вот танки намного дальше стреляют, чем видят, и за счет сканов и пересить же танков можно было там, не знаю, тремя танками выбить бесконечное их число, как бы. Это вот старые игры на Dial of War, помню, за турнир там был, там вообще в этом плане, конечно. Применение было что надо. Хорошо, ничего не высаживаю. Так, прогоняю. Гуляли. Вот голиафы на самом деле не настолько тупые, как в мультике в этом показано. Типа они как драгуны. Драгуны, по-моему, так потупее будут. Все. Вот он и командник, которого убить надо было. Танки в разы круче, конечно, чем во втором StarCraft, в первом. Это очевидный момент. Задание выполнено, адмирал. Замечательно, лейтенант. Первичная обороноспособность планеты нарушена. Теперь наши тактические команды могут заняться системой связи. Ну что? Первая миссия пройдена. Я помню, кстати, она прикольная. Вот эта первая мне всегда нравилась почему-то. Деларианские верфи. Получаю входящее сообщение. Капитан, вице-адмирал Стуков проинформировал меня о вашей миссии на Браксисе. Я благодарю вас за столь удачное начало нашей компании. Тактические группы расшифровали информацию о сетях, однако наша работа еще не закончена. Мы установили местоположение верфи Деларион. Эти верфи служат как ремонтные и заправочные. Также там стоит много боевых крейсеров в сухих доках. Вы должны напасть на верфи и угнать столько судов, сколько возможно. Вы должны быть предельно осторожны, выполняя это задание. Команда Доминиона может заново укрепить свои отдаленные базы за 16 стандартных часов. А, ренегат. Я полагаю, вы хорошо продумали операцию, на которую посылаете Дюрана и капитана. Конечно. Сказывается ваш возраст, Жерар. Дайте мальчику шанс. Не понял, какой ренегат-то? Это же есть Дюран. Какого Дюрана? Он сам себя посылает, что ли? О чем он говорит-то? Или перевод кривой? Предателем. Ты знаешь, что предателю нельзя доверять. Капитан, начинайте операцию, когда будете готовы. Как только вы захватите крейсеры, будьте готовы отразить атаки частей подкрепления Доминиона, которые ожидаются вскоре.
А, помню, здесь дропаться надо. Прикольная, кстати, миссия. Как только ваши войска приземлятся, капитан, вам мальчик надо водочки. Пилотов к крейсерам. Тогда они приведут их к нам. Давай, дропай уже. Тут 3-3 пехота будет. Короче, изи, я бы сказал, катка. Тут пехота 0-0, поэтому как бы пехота на пехоту, сами понимаете, что такое 0-0. Как бы это как и во втором Старкрафте примерно то же самое. Куда? Вот это несерьезно сразу терять Марика. Ну ладно, я обычно без потерь Мариков бился. Так, ну что, первая часть выполнена. А тут уже гасты, я помню, что здесь танки какие-то где-то стоят. Где там какие танки стоят, я уже не помню. Кстати. Сэр, разрешите я взорву этот танк оптической вспышкой? Так, здесь можно идти. Да иди ты в баню, ё-моё, слепыш. Battle cruiser operational. Сейчас подойдем. Да давай ты. Не успел я что-то кинуть, а как ослеплялка, сколько, 75? Гаста вылечим сейчас. Все нормально. Battlecruiser operational. Да не, у него раньше единичка становится, то есть BCG, он может к краю подъехать и почему-то там пострелять. А, ой, еще здесь один остался. А где, погодите, мой один товарищ-то? Так, здесь с ядерками, ребятки. Что-то чаёк у меня пошел сейчас. Буквально минутку. Отойду и продолжаем. Даже микрофон.
лечу. Продолжаем биться. Так, что здесь надо-то мне? Ага. Тут, по-моему, изи будет. Локдаун нужно взять. Голиафа с рейнджом, я не помню. А ядерка здесь не как во втором Старкрафте, она здесь мощнее гораздо. Дольше и кидается, и все тут дольше. Доста моего же забрала. Кидает он, смотрите, очень уж издалека его прям-таки. Ну что, батл полетел, будет по ним... О, сейчас взорву его ядерной бомбой. Смотрите, кстати, свой же батл-крузер. В чем прикол? Пойдет, упадет сейчас. Или не успеет пролететь? Тайминг, тайминг. Все-таки подсветку нужно на хайграунд обеспечить. Battlecruiser operational. Так, еще один удар есть. А тут, по-моему, все или нет? А, тут типа с запасом один был, ну понял. Ну все тогда, что я... Там еще дальше есть что-то надо, по-моему. Battlecruiser operation. А, вот, да, вот они. Ядерных ударов больше никаких нету. Нужно ждать, пока танчики разморозятся. Три-два почему-то, Грей, почему-то три-два, почему не три-три.
Так, один. Сейчас локдаун возьмем. Так. Здесь не пройти, понял. Так, здесь все занимаем. Battle Cruiser Operational. Красный спереди стрельнул вот в этот умён танк. Не очень, я бы сказал. Мне-то только лучше, конечно, но... Этот вообще не видит ни хрена. Кукует, стоит. Все, последний вроде, а может и нет, я чуть не помню. Battle Cruiser Operational. А, сейчас крейсеры на крейсеров. Это должно быть подкрепление, о котором нас предупреждал Дюран. Капитан, готовьте наш новый флот к битве. Где подкрепление-то? Вот
тут надо по два биндить их, как бы, ну я, ну, мне тяжело очень. Честно говоря, в StarCraft тысячу лет не играл. Да и раньше-то не тирана был. Нас приветствует флагманское судно Доминиона. На раз 3. Как бы тут через атаку убивается, но все равно. Я не знаю, кто вы такие, откуда, и предлагаю убираться обратно. Сейчас же. Я генерал Эдмонд Дюк. И от имени императора Мэнкса я приказываю вам сдаться немедленно и безоговорочно. А, генерал Дюк. Я ожидал вашего прибытия. Вам следовало бы знать, что мы не из вашей гвардии, а представляем объединенное земное управление. Земное управление? Вы хотите сказать, что прибыли с Земли? Так точно, генерал. Мы здесь для того, чтобы взять контроль над этим сектором для улучшения жизни людей. Только через мой труд. Мне наплевать, откуда ты, сынок. Никто тут не смеет шляться, кроме меня. Солдаты, огонь по желанию. Дюка же я растрепал, процентка, за процентка было все это. Так, фронт сделаем адекватный сейчас. Так, с минимальными потерями, соответственно. Ну что, этих людей мы жизнь улучшили, как бы, по американской версии. Батлов разбомбили. Сейчас остальных тоже улучшим. Сообщение от нашей исследовательской команды о том, что они обнаружили спрятанное оружие на планете Дарсонис. Они говорят, что оно называется Псидисрапт, что оно как-то связано с зергом. Адмирал, во время вторжения зергов в эти колонии Конфедерация выпустила партию портативного оружия, называемого Пси-эмиттер, который издавала сигналы, приманивающие зергов. Ходили слухи, что был создан и такой эмиттер, который мог разрушать коммуникации зергов, но император Мэнкс так и не нашел его. Похоже, что этот пси-дисраптор как раз тот эмиттер. Это оружие должно быть уничтожено как можно быстрее. Если оно попадет в руки Доминиона, у нас будет много проблем. Это разумно, лейтенант. Я склонен согласиться. Адмирал, ведь это оружие может помочь нам одержать победу над зергами. Безрассудно отказываться от такого преимущества. Вице-адмирал, вы настолько сомневаетесь в нашем флоте? Мы справимся с зергами своими силами, я уверен в этом. Лейтенант, я уже достаточно наслушался вас. Разговор закончен, Алексей. Этот псидисраптор должен быть... Короче, этот посланец зергов решил... Что не мешало нашим планам? Вот так вот сделать. Чёртов Дюран. Давно бы уже зергов затрепали так. Погнали, ребят, погнали. Поехали. Лейтенант Дюран, я поручаю вам найти пси-дисраптор и обеспечить его полное уничтожение. Мы окончательно очистим эту область. Адмирал, если мы уничтожим все ули в этой области, мы сможем нейтрализовать зерго без особых проблем. Так, а мне батлов строить можно? Я вот чуть не помню. Или с зергами пехоты и по хардкору сражаться, как и
как и раньше, походу. Да, давайте-ка так я и сделаю, пожалуй. Хоть вспомню, как пехотку контролить. Пассивик. Не хватает минералов. Пассивик. Не хватает минералов. Атака. Что здесь струны? Что-то мешает. Пассивик. Работа выполнена. Выехал сам из ДПУшки, ну неужели? Пассивик. Пассивик. Работа выполнена. Так, улей, короче, нужно уничтожить. Подумав, поставил факту. Да и вообще надо бараков добавить. Привет, тут он не очень давно закончил запросов. Зерги. Нужно обязательно. Рейндж запилить без рейнджа, а не очень она. Был такой грейд в Старкрафте. Дюран нормально шмаляет. Не хватает минералов. Не
Так. Пора идти выбивать его уже. Сейчас крыты можно будет делать. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Кстати, паразита, вот если сделать грейд, я бы рассказывал, в Старкрафте этого медиков не было, вот если сделать этот паразит, можно лечить за тиранов. Забросов нельзя. Забросы у нас медицины не имеют. Контролить, конечно. Работа выполнена. Что-то мешает. Работа выполнена. Следующая остановка ад. Дай-ка я кого-нибудь. Как я и думал, этот выводок не может существовать без главного кластера. Так, что-то у меня тут... Отодвигаюсь маленько. Замотрили зергов, тут мы... Блин, тиранами контролить в первом Старкрафте это отдельное искусство, конечно, это очень тяжело было. ЦС-шка и здесь, ЦС-шку можно запилить вот здесь. Thank you.
чисто воздушная база. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Лить бы не помешало, вот тоже. Марики с 2-2, они играют же на фультравах. Ультра выходит бесполезная.
Сюда можно и по земле пройти, в общем-то. Бомбера 0-0 вообще бесполезно против мариков, конечно. Ребятки, диуранчик сюда идет. Где он там идет-то? А, вот он уже почти пришел. И у него параметры. Да, дэмэдж хороший. 25-3. 5 армора. Капитан, мы обнаружили пси-дисраптор. Можем ли мы взорвать его? Лейтенант Дюран, мы здесь, чтобы освободить вас. Мы имеем приказ адмирала. Очень хорошо. Капитан, теперь я должен возвращаться на судно. Стуков что-то хитрец тут затеял, что-то. Сейчас Диран его подставит. Ну что же, поехали дальше. Скоро уже можно будет полуфинал стримить. Да, вы опять подали прекрасный пример моим офицерам. Вице-адмирал Стуков сообщил мне о завершении миссии с пси-дисраптором, и мы можем приступать к следующему этапу нашей операции. Наступило время генерального наступления на главный мир Доминиона, Кархал. Как вы, вероятно, знаете из ваших исследований, капитан, Кархал был рассадником антифедеральных настроений годами. Конфедерация надеялась сдержать волнение на Кархале и массивным ядерным ограждением. Хотя радиация на планете низкая, поверхность ее напоминает тлеющую пустыню. И так как Мэнкс уже спалил этот мир однажды, он может направить ядерное оружие и на нас без малейшего раскаяния. Мы обнаружили большой ядерный бункер на окраине Аугусграда. Если разрушить этот бункер, думаю, Мэнкс потеряет свои основные ядерные вооружения. Есть одно препятствие. Получили информацию, что Мэнкс ставит большое количество боевых крейсеров на защиту планеты. Можно обезвредить эти суда, разрушив физические лаборатории. Если они не будут работать, Мэнкс не сможет подключить системы питания своих крейсеров. Хотя мы и знаем, как решить эти проблемы. У нас нет времени на все сразу.
Поэтому, капитан, вы должны выбрать либо ядерное оружие, либо крейсер. Как только вы займетесь этой операцией, мы сможем начать наше главное наступление на Августград. Августград разве на Кархеле? Мы же в конце Ходса тоже ж на Аусгард. Или Град, как там его, Керриган нападаем-то. Погнали. Походу, моя халявная база, или где она тут находится-то, я не помню. Так, так можно обойти сейчас, просто не вижу на. Нет, нельзя, походу, да, в невижено обойти. Только не видит тут так далеко. Ну ладно. А, так вот проход. Ё-моё, чё эту каню-то? Вот же проход. Вот я Валерик-то опять же. Бывает чё. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Пользователь активировал премиум на ваш канал. Так, ну что? Два врага справились. Кто-то активировал премиум, но, видимо, без никнейма. Спасибо всем.
Работа выполнена. Пассивик. Работа выполнена. Хватает генерал. Хватает генерал. Так, я думаю, сейчас с другой стороны возьму топориду. Локдауне, но все в порядке. Скоро разморозится, ребята. Занимаем фронт нормальный, адекватный. Сказал, что это. Танкуют КСМ. Thank you.
Так, вот туда-то нам и надо. Поставим. Так, ЦЦ куда не посадил, хотя я вроде ее сажал, как бы. Что-то она не села. Убейда. Ну что же. Поехали далее. Ядерное уничтожил штуки. Падение императора. Земля 0. Пройдите в его комнату. О, капитан, вы ждали вас. Как вы верно догадались.
Оставаясь, мы планируем наступление. Мы должны знать, что хотя Мэнкск и не сможет получить подкрепление, его постоянные войска весьма существенны. Густград – самый укрепленный город во всем Доминионе. Также нельзя забывать о том, что Мэнкск – превосходный тактик. От него можно ждать чего угодно. К тому же, несмотря на то, что мы вывели из строя его крейсеры, можно ожидать, что он откроет свой ядерный бункер в любую минуту. Соблюдайте осторожность на своих базах, да не упустите вражеских призраков. Это все, капитан. Будьте осторожны и удачи. К концу дня доминион тиранов станет всего лишь историей. Вот такая вот хренотня. Спасибо за премиум активированный кому-то там. Непонятно кому. Сейчас мы продолжим. Поехали, надо Мэнск завалить. А какая-то миссия, я вот что-то не помню. Опа! Смотрите, бомбят мои депошки здесь. Сейчас саплай-блок будет скоро, походу. Сваливай, братюнь. Успел уйти. А кто его вальнул-то, я чуть не понял. Ну ё-моё, мир никак не спас. Ну да, supply блок не будет, что-то у меня депошек здесь с перебором ни хрена. Никогда не знаешь, иду. Reinforcements already in transit. Just sit tight. Короче, батлы прилетают и ещё что-то. А чё за хрень-то? Осторожнее при выходе. Я чуть не понял, а в чём фиха-то? Типа заново надо Так, Мэнск, а? Хитер. Короче, мне кажется, что часть-то юнитов можно было спасти, все-таки успеть почему-то. Хотя я в этом абсолютно не уверен. Ладно, я заново не буду начинать, потому что я... Работа выполнена! Как бы, ну нафиг, надо все нормально сделать. Работа выполнена! Работа выполнена! Ну там контроль слишком поздно дается, поэтому все это погибает. Ну, зданиями, да, можно улететь, действительно. Работа выполнена! Работа выполнена!
Эй, здесь баска. Есть, как бы все нормально. Делать дольше всего. Работа выполнена. Не, я, пожалуй, наземный сыграю. Слишком долго в батлкрузерах выходить. Слишком долго. Он стреляет, точно не понимаю. Следующая остановка ад. Упырёк. С хайграунда отсюда, что ли, точно не пойму. Да, тут задолбает он там бомбы кидать. Следующая остановка ад. Танков настроил, сич не сделал, что-то я. Работа выполнена. Yeah.
Так, надо обтуретиться здесь. Работа выполнена. Для удобства до заказа. Перелетают всеми сюда. Так, дела этих нету. Я еще теряю. Thank you.
Так, отсюда построим немножечко рабочих. Работа выполнена. Сейчас переведем. Все, 3-3 готово, грейды. Кошки очень много места раньше занимали, сами все видите. Запилить бы.
Так. Продакшн усилился. Надо просто ломать помаленьку. Так, ну что, как раз укладываюсь к матчу, по ходу дела, да? Сам Арктурус Мэнс. Я надеялся переговорить с вами лично. Я адмирал Жерар Дуголь. Должен признаться, действительно достойный противник. Благодарю, сэр. Но вы должны знать, что ваша победа здесь не имеет большого значения для меня. Я все равно перестану бороться. Теперь и против вас. Это кажется маловероятным, сэр. Особенно, когда вас выставят вместе со всеми вашими офицерами. Вы не посмеете. Ха, и это называется император. Вы уже давно погубили свою репутацию, Мэнкск. Капитан, возьмите императора под арест. Вам придется изменить план, господин. Корабль повстанцев только что был засечен нашими датчиками. Он сопровождается небольшим флотом Протосса. Что? Это еще кто? Джим Рейнер? Что, черт возьми, ты здесь делаешь? А нахрен, Рейнер. Спасаю вашу задницу, Арктурус. Так что заткнитесь и сидите тихо. Не ошибайтесь на этот счет. У нас к вам свой разговор. А прямо сейчас кое-кто хочет, чтобы вы были живы. Это неслыханно. Убежал прямо у нас из-под носа. Поймать его! Поймать его! Вот такая вот батвистика. Так, нет, здесь я выхожу дальше. Ребятки, сами понимаете, захожу в лот. Вот. Делаю стоп-старт.